Все. Ща. Ну-ка, где там зомба? О, прей вперед. О, зомбак такой. Хорошо, в аэропорт Тревора. Ну, го, у меня метка стоит все равно. Что, он медленный у тебя? Слышь? Пока что я тебя отрываю. Блять, это было близко. Блять. Ёбаный анхилятор. Подойди ко мне, подойди точнее. Ради. Азаз. Хватит шмалять, нет? Я по зомбаку. Я тут. Ага. Что произошло, пока меня не было? Да ничего, в принципе. На другую сессию иди. А чё? Мне когда этот Саня пытался этого зомбаря прострелить, он мне переднюю покрышку правую. Какая передняя колесо прострелил? Пасти. А вы вот именно пасти, блядь. Где мои логические мысли? Аля, я тебя догоняю. Что, читак не заходил ваш? Не. Он и не пишет ничего. Блядь. Игнорит. Так. Чё вы там, где далеко? В аэропорту. В другую сессию заходи к нам. Ебать, я нахуй боком нахуй ебать. Не матерись. Не матерись? У меня уже мама. Так наушники надень. Так до наушников ты. Чё? О, я ещё и не знаю. Бля, я сейчас не услышал ничего. Чё ты говоришь? Я говорю, до наушников тянуться надо. Не, ну вот посмотрите на него, он ленивая задница. Ну. Проще надеть, потому что я себе иногда не контролирую, я могу гнуть так, что любой пукан завянет. Но не мой, я уже привык к такому напору событий. Ты привык, а кто-то нет. Ой, поверь, я уже сам не ангел, когда мама нет. А, кстати, Макс, ты гудок этого не заценил. А ну. Сейчас наушники одену. А, то я мог его поставить вчера. Оно говорит что-то. Ну. Кок. Блять, не то. Ксаик, она мне на винтах застряла. Че? Короче, Макс у меня этим светочем стрельнул. Что, Макс? Я это вижу, она дымит у тебя. Как нет? И падать причем не хочет. Как будто, блин, у меня двигло дымит. Упало. Ой. Ебать, звезду дали. Хуй пойми за что.
Я вот. О, свет еще около меня упал, погас. Тебя забрать? Кого? Ленчика. ХЗ. Уверен, что ХЗ. Ага. Я сейчас воду лечу. Подожди. Ты меня как не заберешь в воде. Рот закрой. Не бала, но лечу. Ты что, блядь, шкура охуела? Ты, блядь, шкура. А вот этот я ради прикола ставлю. Я тебя сейчас, сука, выебу, шкура, блядь, съебнулась нахуй. Метнулась нахуй. Соснуть. Высо. Высо соснула нахуй. А ты себе дернешь, окол. Себе дернешь, околига ебаная, блядь. Шкура ебаная, блядь. Нахуй в рот, сука, возьми, блядь. Машинка не доделана. Пошла нахуй! Душевно. Он слышит это все равно. Тем более, мы тут не одни. Саня, ты слышал? Че-че? Короче, ты пидор. Я? Да, моя сестра считает, что ты пидор. Сейчас бы вы знали, какой казус, короче, случился. Макс. А. Короче, ты сейчас такой казус случился. Мамка, короче, стоит в коридоре. Макс. Иди нахуй, заебал. Иди нахуй, я тебе говорю, блядь. Чего? Короче, моя мамка сейчас такая в коридоре стоит. Иди вот, нахуй. Я вот говорю вот это вот. Блять, я тебе иди нахуй, заебал. Моя мамка стоит в коридоре у меня за дверью, я говорю вот это вот, пошла нахуй. Да. Вот. А мамка ко мне заходит и спрашивает, типа, кому ты это говоришь. Ой, сейчас. Уии! Лал, а Саня пропустил поворот. Ща я его восстановлю, подожди. А арбуза не будем восстанавливаться покупать? Так ты ж убрал. А чё? Тебе же сложно? С кем ты там так красиво базарил? С сестрой с там красиво? Понятно. Ты шакал ебаный. Вась! Тихо. Шоколина, блять. Вась, анальная шоколина? Что, блять? Куда летим? М. Нахуй. Ну ладно. Ой. И как ты сдох? Я не знаю, я хотел этот штопор сделать. О-о-о, стой, открыто. Лол, а как это сделалось-то? Не знаю. А чё вы сделали? А хера ты выпрыгнул с каргобоба? Мы, короче, как в каргобобе открыли заднюю эту хрень. Так. Я сам не знаю. Месяц. Ну тогда остановитесь. А всё равно туда даже не залезть. Сейчас я залезу. На мегафоне 4G. Блять, нет. Долбоёб. Вообще офигели. 9 косарей, 9 косарей. А где мы 9? А, они сразу на счет. Сарик, и самое главное. Он там, короче, это. Начал по-жесткому щитерить. Он забросил это прям через два дома. Через два, Карл. Давай. Сань, ну чё... А, он вышел. Сука. А, так это... Потому что такой же аутист, как... Помнишь, Макс, тогда? Ага. Да-да-да-да-да. Я даже его помню. Нет. Я его убью, пацаны. Я его убил. Кого? А, бота его. Да, 18 баксов. Не-не-не, Сань, ты его не помнишь. Это было жёсткое. Короче, у нас... Ну... Меня он убил один или три раза, я точно не помню. Макс, он убил что ли 4? Нет, меня он вообще меньше убил. Мы его, блядь, все время. Пацаны, что за фигня? Что, прыгать не можешь? Кто надо мной? А. А,
Это ты сам. Да. У меня прекращена работа программы GTA 5. Программа GTA 5 не работает. Возникшая проблема. Та же самая история. Это даже за скриню нахуй. А, Саня, я знаешь, что понял? Чё? Блять, Макс, ты еще не видишь, сколько их там внизу, блять. Внизу? Да, их тут пиздец сколько. Они тут уже друг друга начинают пиздить. Я еще надо посмотреть, блять, она, сука, не перепрыгивает через эти ебаные кусты. О, они тут уже действительно друг друга начинают бить. Пацаны, не убивайте их, я хочу посмотреть. Так а уже половина из них убегает. Преследуйте их. Рестлинг, короче, два против одного, ай. Да не, это хуйня, тут столько, блядь, было. Не, о, еще пиздится. Пацаны, сейчас главный, о! Сейчас главный. Слышь, Макс, этот читер тут, Вадим, к... О-о-о-о-о-о-о. Сейчас. Пацаны, пацаны, подождите. Остановитесь, смотрите. Вы чё быкуете, вы, пока меня не было, чё вы быкуете? Смотри, смотри, как они меня лупят интенсивно. Блять, да, ты меня лупишь? Сука, я бота хочу лупить. Блять, это... Блять. Что, меня перепутал с ботом? Да какие же, блять, вы тут все нахуй одинаковые. Это я. Хорош, хорош ты. Смотри, 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 смотри. Бля, не получилось. Слышишь, они чё, по всей карте раз это водка? Блять, мудак. Ой, сорян. Пацаны, вы бы видели. Что? Сань, чё такое? Тут по всей карте я раскидан. По всей карте? Разве? Саня, я тут больше этих не вижу, твоих ботов. Чё-чё? Я тут больше твоих ботов не вижу. Знаешь почему? Почему? Потому что Вадим пошел в дело. Ну и чё, он в дело пошел. Он пошел в дело, понял? Типа перешел на другую сессию. Я твоих, блять, а кто там на моей тачке нахуй ездит? Блять, Макс, прикинь мне, короче, копы тачку спиздили. Блять. Хули он на Б тебя ударил? Копы, точно Макс, копы? Макс, у меня действительно копы спиздили тачку. А ты с чего взял? Да потому что игроков в этой тачке нету. А, стоп, или это ты? Это ты нахуй. Саня. А, это твоя тачка? Да. Это ветро? Да. Представь себе, это ветро, это моя тачка. О, бля, Саня, я тут еще твоих ботов вижу. Я их уже поубивал здесь. А, нет, где? Тут еще один остался. Нате, блять, он меня пиздит. Сука, заебало получи. Мой характер, блять. Смотри, они за стеной здесь все. А, пакет, это не кит, пакет надо вместо назначения доставить. Мне просто так дали 3 звезды. Я возродился, и мне просто так дали 3 звезды. Короче, мотоциклист убил этот, который ехал
куда на ходу, короче. Слышь, Брют? Что? Что тебе надо от старого доброго Брута? Что ты там, где, блин? Вот это, смотри нахуй. Где? У меня там ничего нету. Вот это, не видишь, написано Брют? Подожди, подожди. А, да, лол. Подожди, я хочу подожди. Плагиат! Тут, сука, плагиат! А чё там такое? А, там на не в качке. Слышь? А. Этот, помнишь Свити Джесси? Ну? Он только что был в этой сессии. Где? Блять! Он на крыльях. На... Ебать! Что на это? Качки, посмотри, вон. Что это, блять? Наверху, было? Вон. А, блять, люди, блять, Саша, я тебе потом видео скину. Как это, блять, вообще, блять, блять, как это нахуй надо было понимать вообще? А что там было? Да, блять, короче, во что-то въебался, и меня, блять, это подкинуло охуенно вверх. Да я знаю. Да, знаю. Так задним колесом об бордюр ебанул. Поэтому тебя так подкинуло. Блять. Остановись. Блять. Я ВСК. Блять. Мне нужно немножко мод починить. Чинят вообще-то. Всегда пытался починить, и никто мне не хотел там чинить. Я сейчас только что починил, вот еще. Тогда остановись. Ой. Чё оно сразу не открывается? Ну потому что. Продать. О, за 4 косаря. Не продам. О, я протюню его. Тут можно его тюнить. Офигеть. Пацаны, вот серьезно, не знал, что его здесь можно тюнить. У меня этот аккумулятор на всю сотку затюненный. У меня мой Хакуроку тоже на сотку. И еще причем со времен PS3. Поставь на него сигнал перед ним. В смысле сигнал? О, тут же дыни. Где арбузы? Вот арбузы. А где продавец, сука? Да хули он на тебя так нацелил, а? Ты ж продавца нету. Блять. С байка съебал. Слышь, продавца нету, ларька нету. Ларька нету, продавца нет. Нет, слышь, сука. Есть за тебя, я сам на себя налепил, блин. Ну да. Можно. Ой-ой-ой. Чуваки, у меня фары разбиты, блять. Повезло, просто. А у меня ксеночек. У меня тоже. Да твою ж за ногу. Я туда поеду. Блять, Макс, долбоёб. Чтоб ты сдох. Ты иди ты нахуй, сам сдохни. Я не буду сдыхать. Блять. Нету пути обратно. Ой, я тебя пожёг. Короче, все Ой. Время налево едем. Блять. Тупик, блять. У вас нету пути обратно. Что там мне там сказал писькосос? Ты кому? Ну тебе, допустим, да. Да, у меня бронебойные колеса. Так я. Блять, Макс, ты все-таки долбоёб. А, блять, я на тебе, блять, так я ж не вижу ни нихуя. Я ж горел, блять. Ты, блядь, Макс, мало того, что ты был на мне, так еще ты это самое. Я ж не видел, блядь, нихуя. Да а хули ты, блядь, не видишь кого-то, въебываешься. Блядь, потому что я горел, блядь. А че ты горел? Ну, блядь, угадай. Что ты сделал? То, что кто-то там разъебенил дохуя молотого. И теперь, блядь, у меня не... Это... У кого молотого? Вот сейчас будешь тащить мой этот байк. Не буду. Я сам не
Я сделаю все проще. Давай, давай, денежки занимай. Блять. За байкетбор бью в упор. Там, блядь, из-за него там нихуя не заплачу. Вау, а там чё? What the fuck? 112 баксов. А, давай за настоящий. Так, тут тупик. Теперь оплачивай мне настоящий. Вот. А хуй. Чё, не? What the hell? Блядь. На байках тут неудобно, нахуй. А там дальше тупик всё равно. Так я в курсе. Тут везде. Ну давай я сейчас дальше проеду туда, блядь. Блядь. А мы были тогда? Да, там тупик. Ой, в другой пещере водной. Ну да, да, были. Да. Какие еще места знаешь? Еще знаю, типа, закрытый бассейн. Ну го. Типа, понял? Ну, тяжело, короче, его найти. Сейчас попробую. Блядь, я об балку прилег. Да, я тоже. Сука. Подожди, я хочу сейчас фонарик взять. Ну подожди. О, блядь, кстати, а куда мой фонарик делся, блядь? Блядь, Макс, нас закрыли. Пади, сейчас все решим. Я сейчас буду решать. А, ну да. О, я ж не заказал. Велик. Thank you. Я сейчас сверху тебя пролетел, бля. Пролетел мне. Санёк сегодня не комплейтит. А чё так? Не знаю. Чё ты не берёт? Ты чё сегодня незавершённый, да? Да. День незавершённый. Бля, я завтра на работе, бля. Повезло. Вообще хуйня. Деньги. На, завтра кулер поставлю, нахуй. А, бля, повезло, 10к или 15 месяцев. То есть получается, если. Допустим, 10к. Хотите, чтобы я вас на. Да, блять! Ёбок. Я случайно, Мак. На 2, 19. Это получается. Сколько? Ну вот смотри, 10 тысяч на наши деньги, если ты говоришь по этому курсу 2.19, 4566 рублей. Вот это вообще у нас просто охренительная зарплата. Блять, ебать, я миллиметровщик. Да ты уёбщик. Не, ну Макс, я это случайно, действительно, я этот не хотел это делать. Особенно на виллами. Саня! Да. Телефон. А чё сразу я? Потому что больше некому. Нет. Может, телефонов нету, блядь? Потому что звук идет и у меня, и у Макса. Вот, может, значит, там... оно у тебя. Нет. Ёб твою мать! Ты попал, блядь. Полетел нахуй. Я опять этого не ожидал. Пидор ебаный, блядь. Вот это я влупился в машину. Вот это красота. Кровяша на пол бампера. Машины. Вот скотина второй раз меня сбил. Кто и права выдавал. Вот звезду из этой тупой получим. Лол! Здравствуйте. Однако здравствуйте. Ай, моя писька. Ты его не подписки бей. А то вас неправильно любит. Он любит получать подписки. Любитель. Да, я не люблю получать подписки. Подписки любят получать такого вазелин. Киселюб. Пацаны, я нашел что-то.
семи фраерков. Я какую-то херню нашел, пацаны. Место для... Шеба наоборот. Не говори. Сейчас там какой-то зомби-мод добавили, тут пробовал что-то играть. Warface говно. Колда, стой.